16 января в филиале Центра досуга «Личность» на улице Бехтерева состоялось открытое занятие секции по самбо. В нем приняли участие 14 юных единоборцев. Сегодня у нас был открытый урок по самбо. Вот, на нем мы прошли бросок через бедро и бросок-посадка, и затем мы совместили эти два броска в комбинацию. Бросок через бедро, затем бросок-посадка. Самбо развивает выносливость, скорость, дисциплину, координацию движения. Приезжаем с ребятами на соревнования два раза в месяц. Ребята – призеры первенств и Москвы, и всероссийских соревнований. Важна не только личная подготовка, но и работа в коллективе. Так в конце урока ребят ждала командная эстафета.